Простой вопрос. Что такое футбол? Ну, походу, вы не знаете, да? Когда мы поехали в Томск, я понимал, если мы проиграем, и мы не проиграем больше, там, чем 5-1, по сумме двух стыковых мы не выйдем. Все скажут, что мы продали. Все, что касается футбольного клуба Уфа, для меня как родное. Да? То есть для меня это моя жизнь, моя работа. Я каждый день этим занимаюсь. Да, Уфа очень здорово реализует стандартные положения по ходу всего сезона. И вот еще одна попытка приносит результат. На первой же минуте Уфа, которая была, напомним, на 15-м месте в зоне прямого вылета. Футбол дал мне возможность пережить очень тяжелые моменты в моей жизни. И спас, может, меня, и там, мою семью спас от каких-то таких внутренних мощнейших впадов. Именно футбол помог мне выжить и дать новый импульс моей карьере, моей жизни. Надо, я это вспоминаю, когда я... Это больная тема. Горесть вместе, разочарование вместе с победами, они вот идут параллельно. Тут мы радуемся, тут мы грустим. И очень много есть радостных моментов. Это первые победы на «Динамо», это масса болельщиков, которые только начали зарождаться в клубе. Это неузнавание клуба, если брать там 11-й год, о нас никто не думал, все сторонились, потому что думали, что этот проект буквально там на определенное время. Ещё можно футбол! Ещё можно футбол! Особенно горжусь я сделкой, которая прошла незаметно. И этой сделкой я горжусь, она вообще нигде не фигурирует. Вот этой сделкой я горжусь. Я понял, что самые большие и хорошие сделки происходят в тишине. Есть мечта, которую мы еще должны осуществить. И если это получится, то значит, я буду чувствовать, что мы все сделали совместно с моими коллегами. Когда мы выиграем чемпионат России, тогда мы скажем, что мы все сделали большое дело. Пока мы просто работаем.